Всем добрый день! Вы со мной на канале Юлия Иванова. Смотрите, какая красота у меня цветет на подоконнике. Цветет мой каланхоэ. Уже давно расцвел, я просто не показывала. Ну вот такими шапками шикарными. Там вот маленькие даже расцвели. Один и еще один есть там расцвел маленький тоже. Вон он. Вот такая красота. Ну разве не прелесть? Такое солнце на подоконнике. Кстати, кому интересно, заходите, смотрите у меня в плейлисте цветы. Про каланхоэ есть много видео, потому что каждый раз подписчики говорят: неточное описание, как за ними, как их заставить цвести, в основном вопрос задают. Но я уже как только не рассказывала, как его заставить цвести, и все равно люди задают этот вопрос. Ну, может, у кого-то рука нелегкая совсем, но тогда уже я не в силах помочь. А так, ну вот, наглядно смотрите, это мой, на моем окне. Нигде в магазине не снимаю. Вот он. Вот он цветет, как красиво. Просто красавец. Мы его пересаживали с вами уже не один год. Я его омолаживаю каждый год. Цветет и цветет и цветет. В этом году я специально его обрезала, даже не вовремя. Сняла видео, что, ну, как заставить цвести, вот, типа он не цветет. И он все равно у меня зацвел. Как бы я даже пыталась неправильно все сделать, как у людей, почему не получается, типа эксперимента. А у меня все равно он цветет. Скажет, бессовестная хозяйка издевается надо мной, как хочет. Но ему, видно, нравится. Все равно он меня любит. Цветет, потому что хорошо, и листочки все на месте, здоровые листики хорошие все. Не такой крупный, как в магазине. В магазине, да, они огромные листья у них, но они, сами понимаете, там напичканы такими удобрениями, которых мы даже не знаем. Я, в принципе, выращиваю без удобрений практически. Ну, иногда поливаю, вот орхидеи поливаю, остается у меня чесночная вода, допустим. Иногда чесночная вода им достается, ну, раз в месяц, может, раз в 2 месяца. Иногда калийное удобрение или там обыкновенный гуми какой-то, но редко. Можно вообще не удобрять каланхоэ. Кстати, вот этот у меня не удобрялся, наверное, 2 месяца. При этом зацвел и цветет без удобрений. Вот этот раз цветет он. Вот такой вот. Кому интересно, я под видео ссылочки оставлю. Все ссылочки, которые с каланхоэ у меня. Заходите, смотрите. Или просто переходите в плейлист цветы, смотрите. У меня есть плейлист цветы, есть орхидеи. Есть плейлисты еще. Допустим, с похудением начала последнее время худеть. За 2 месяца минус 8 килограмм. Девочки, кому интересно, тоже смотрите у меня в плейлистах, как у меня это получается. Вот такое вот небольшое видео. Заходите, смотрите. И не мотайте рекламу. Дайте мне первый раз хотя бы заработать $100. Ну, просто ради спортивного интереса. Если не будете перематывать рекламу, ну, я первые $100 получу за 2 года. Не думайте, что блогеры получают много. Нет. Вот у меня каналу уже 2 года. Я еще ни разу не получила с него ничего. Ну, интересно же, охота. Так что будет реклама, не мотайте. Всем пока-пока. До скорых встреч. Переходите в плейлисты, смотрите видео. Это видео я снимала 5 месяцев назад. Он уже отцвел и один, и второй. Смотрите.
Все отцвело. Так, поближе покажу. Специально не стала ничего убирать. Показать, что вот подарили вам цветок. Он отцвел. Что вот с ним делать? Сейчас все посмотрим. Я уже не первый год пересаживаю. Видео есть на канале. Ссылочки будут все в описании. На плейлист, где все про Каланхоэ. И на каждое видео про Каланхоэ сделаю ссылочку. Так что, кому интересно, что-то будет непонятно, смотрите. Сейчас мы разберем эти два горшка, и я думаю, вот в тот белый горшок пересадить оба их. Потому что два горшка мне не нужны. Столько места занимать. Сейчас я разберу. Мы все это обрежем, то, что нам не нужно. Здесь ножницы. Прям вот так вот, смотрите, я обрезаю. Можно, конечно, было макушки просто убрать и так оставить. Он бы ствол даже оброс весь. Я этого делать не буду. Мне интереснее, когда красивый куст. Все-таки я это делаю в своей квартире. Мне нужно, чтобы было эстетически приятно на это смотреть. Это все вырезаем. Сухое. Вот уже вот эти нижние можно убрать сразу, они все равно отлетят. Вот такой готовый череночек уже можно садить. Никакие корни отращивать не будем, естественно, посажу сразу. Делала уже это не раз. Можно воду, конечно, ставить, но это будет гораздо дольше, во-первых. А во-вторых, ну, оно и так прирастает хорошо. Вот три черенка вот эти уже можно садить. Сюда их пока выберу. Следующий горшочек. Здесь, наверное, сразу обрезать надо все. Вот давайте я сейчас его разберу и включусь обратно, чтобы долго не занимать. Ну вот, все, я разобрала. Смотрите. Весной садила, корней не было вообще. И они не такие большие. Такие же корешки вот. Вот можно вот так прям раз, и уже корни есть. Я вот так вот отрежу и буду садить. У остальных я уже убрала. Вот эти корни нарастут вот моментально. Так что жалеть не надо, не бойтесь. Тоже вот, если присмотреться, их даже может не видно, но уже корешки кое-где, вот, например, тоже, вот уже зачатки корней есть. Сейчас смотрите, как элементарно садятся они. Когда приживутся, посмотрю, что уже начали верхушки пойдут в рост. Я прищипну прям вот последние вот эти вот листочки, чтобы они пошли уже вширь, укреплялись в корнях, в толщину. Если не убрать макушки, то вот он один будет вытягиваться, и все. Так, возможно, еще раздвоится. А потом будут набирать цвет на каждой макушечке. Вот прошло, смотрите, 5 месяцев, как он начал набирать цвет. Как он расцвел. Цвет начал набирать месяца еще за 2. То есть 7 месяцев назад на нем еще не было цвета, я его только пересадила. Вот так вот. 7 месяцев назад был вот такой же. Я посадила. Через недели две пошел в рост, прищипнула. Все, он начал развиваться, набирать цвет. Вот 5 месяцев отцвел уже. Я их по новой обновляю также. На следующий год буду ждать цветения. Теперь будем смотреть, куда какой посадить. Этот я тоже сейчас вот отрежу. Прям вот ножичком раз и все. Вот эти вот, которые послабее маленькие, я бы кому-нибудь подарила с удовольствием, если кто-то захотел их взять. Мне они не нужны просто. Продажей я не занимаюсь. Так бы можно было, конечно, вот каждый садишь,
подрастает, зацвел и на продажу. Итак, укореняем. На низ я посыпала дренаж. Ух, земля вот такая. Половина старой земли, половина я вот такой земли взяла. И немножко добавила агроперлит. На этом все процедуры, никаких танцев с бубнами. Сейчас сделаем красивую полянку. Я смотрю, чтобы равномерно все-все прям было красиво. Как мне нравится, так я сейчас их и посажу. Вот на ту высоту, которую я хочу. Вот сюда будет прям поляночка такая. Так будет смотреться красиво, и когда расцветет тоже. Вот этот уже прям с корешками. Сейчас главное полить хорошенько. Нижние вот эти уберу, чтобы была возможность воткнуть подальше, поглубже. Уже корешки тоже есть. Вот как раз сюда один будет. И вот сюда один. Вот и вся нехитрая посадка. Посмотрите, какая прелесть. Просто прелесть. Сейчас вот этот разверну немножко, чтобы чисто эстетически было приятно смотреть. Все. Вся посадка лишняя убираем. Жалко, конечно, их выбрасывать. Ну куда вот? Никуда. Засаживать все одними каланхои тоже не хочется. Все, сейчас мы поливаем. Через недели две я полью вот таким удобрением. Решила удобрить все-таки. Иногда надо, чтобы листья были крупнее. Вот сейчас они не очень крупные. И все-таки они крупнее. Да, кстати, вот хотела показать. Смотрите. Мне иногда комментарии пишут, мелкие листья, спрашиваю, где у вас стоит? У меня стоит вот прямо на окне, на восточном. Говорят, стоит на подоконнике, светло. Вот, специально, когда пересаживала вот этот вот, 7 месяцев назад, или 5 месяцев второй раз, когда прищипывала, короче, что нащипывала, смотрите. Они у меня стояли в 2 метрах от окна, просто на столе. Я их просто положила земли, чуть-чуть досыпала. Вот они. Есть разница. От одного куста в одно время посажены. Вот и вот. Этот процвел, а этот вот он. Вот он вам и толком не растет, и не цветет. Еще раз доказательство. Нужно яркий свет хороший. Тут удобрений никаких не было, и здесь не было. Вот вам разница. Ну, а тут все готово. Сейчас я просто полью водой хорошенько. Земля была суховатая. Нужно хорошенько прям пролить. Пускай пройдет сюда много воды. Надо, чтобы прям хорошо-хорошо. Потом я так поливать обильно не буду. Сильно, если его поливать. Корни вы видели, какие тоненькие. Может просто подгнить. А так все, вот он готов. Следующий будет у нас на очереди на пересадку. Вот этот цветок. Вот эта сетгрязия пурпурная будет также пересаживаться. Кому интересно, заходите. Следующее видео будет как раз про нее. Ну а на этом все. Я думаю, уже исчерпывающе я показала все, как это делается, как он цвел, показала. И кому интересно, в описании будут все ссылочки про каланхои. Все. И дегримона у меня была, я ее убрала. Она для эксперимента у меня росла, вытянулась до потолка прям. Зацвела, я ее обрезала и самую макушку вот так же посадила с цветом. Она у меня зацвела хорошо прям.
маленько скинула цвет, но потом выпустила еще новый и процвела красиво тоже. Есть про нее видео. Кому интересно, смотрите. Ну а на этом все. Пока-пока. И до новых встреч. Следующий цветок будет вот этот.